Свенск Фильм Индустрии представляет «Сквозь темное стекло». Фильм Ингмара Бергмана. В фильме снимались Гаррит Андерсон, Гуннар Бьёрнстранд, Макс фон Сюдов и Ларс Асгард. Оператор Свен Юквист. Музыка Иоганна Себастьяна Баха. Моей жене Каби. Я буду первым. И черта, я первым приплыву. Можете не надеяться. Первым буду я. Да, попробуй, догони меня. Ну-ка, быстрее, давайте. Видите, я оказался первым. Очень освежает. Если папа с Мартином пойдут устанавливать сети, то мы с Минусом пойдем за молоком. Пусть Дэвид с Минусом идут ставить сети, а я пройду со своей женой. Позволь мне самому решать, что мне делать и куда идти. Сделаем, как сказала Карен. Мы бы уже давно все сделали, если бы отец принял правильное решение. Давайте оденемся, прежде чем идти ставить сети. Что скажете? Сегодня прохладно, и мой халат весь промок. Если холодно, то пора одеться, а то можно заболеть. Халат тонкий. Я действительно замерз. А ты как? Нормально. Не замерз? Нет. А мне прохладно. Я ни чуточки не замерз. Ни чуточки? Такой ветер. Ветер? Для здоровья полезно купаться в прохладной воде. Точно. Мы должны закаляться, чтобы воспитывать свой организм. Если Хемингуэй это делал, то и у нас получится. Пошли. Пошли. Будет шторм? Не думаю. А мне кажется, будет. Боишься шторма? Конечно, боюсь. Видел бы ты шторм в Швейцарии. А кстати, тебе там понравилось? Я в основном сидел дома. Не хотел выходить, пока не закончу книгу. Уже закончил? Да, почти. А как твоя язва желудка? Так себе. У тебя есть какие-нибудь лекарства? Может быть, завтра съездим в аптеку? Мне нужно выполнить кое-какие поручения. Ты получил мое последнее письмо? Я послал его в понедельник. Я был в Базеле у Манштайнов. Значит, письма не получал. Но я прилетел в среду. Все равно не получил. Что-то важное? Насчет Карен. И что насчет нее? Я должен был тебе написать. Даже если это помешает твоей работе. Кукушка, ты слышал? Нет. Но сейчас-то ты слышал? Где? Там. Когда в последний раз ты мыл свои уши? Это ты слишком много слышишь. После болезни у меня улучшился слух. Может, это из-за шоковой терапии? Отец выглядел каким-то усталым, когда приехал из Швейцарии. Правда? Он был очень расстроен. Видимо, из-за книги. Возможно.
Он действительно был расстроен. Мария приедет? Мартин сказал, что они разошлись. Бедный папа, опять один. А мне никогда не нравилась Мария. Она была никакой. И отец становился таким же рядом с ней. К тому же, она чихала на его книги. Отец должен получить хорошие отзывы. Все читают его книги. Но ему плевать на продажи. Он хочет стать настоящим поэтом. Что ты смеешься? Ты такой серьезный и упрямый. Он хочет стать настоящим поэтом. Ну ладно тебе. Я люблю маленького Минуса. Ты такой высокий. Не глупи. 17 лет, а рост 1.3 метра. Где твоя девушка? Девушки не хотят со мной встречаться. Ладно, не буду над тобой смеяться. Эдгар – единственный психиатр, которому я доверяю. Она давно к нему ходит. И? Когда Карен вернулась из больницы в прошлом месяце, мы с ним разговорились. Но он не может гарантировать полнейшего выздоровления. А сейчас? Сейчас она неплохо себя чувствует. Хотя спит неспокойно. Слух у нее улучшился. Вот, пожалуй, и все. Она все знает? Насчет своей болезни практически все. Но все равно есть шанс ее вылечить. Шанс есть. Эдгар сказал, что если есть хоть малейший шанс, то можно надеяться на полное выздоровление. А у тебя как обстоят дела? Хорошо, спасибо. Все как обычно. Читаю лекции в институте, принимаю экзамены. Я начал понимать, что люблю ее и полностью увлечен ею. Так уж вышло, что я стал ядром ее существования, возможно, ее единственной надеждой. Ясно. Да. Поплывем к сетям? Да, конечно. Дорогой, не подходи ко мне. Проваливай. Хватит лезть ко мне со своими поцелуйчиками. Ты мне отвратительна. Минос, ты прекрасно знаешь, о чем я. Женщины отвратительны. Вечно пахнут духами, разговаривают, причесывают свои волосы. Меня от них тошнит. Мой бедный малыш. Отвали. Я не хочу себя жалеть. В чем дело? Я никогда не видела тебя в таком настроении. Прошу, не говори ни Мартину, ни отцу. Не говори глупости. Как бы я хотел поговорить с отцом. Он так замкнут в себе. Его не заботит мое существование. Пойдем домой. Я еще и молоко пролю. Неряха. Проклятие, пальцы поранил. Заклей пластырем. Привет. 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 Как дела? Мартин порезал палец. Дай посмотрю. Я поставлю молоко в подвал. Серьезно? Заклей пластырем. Ерунда, сам заживет. Нас ждет прекрасный ужин под луной. Ты отличный повар, папа. Замечательно пахнет. Попробуй.
Тебе нужно написать кулинарную книгу вместо романа. Ладно, садимся. Карин, сюда, а ты сюда. Ладно. Отлично, садимся. Я долго ждал этого момента. Правда? Я так тосковал по дому. И по нам? Даже по тебе. Ты останешься? Только на месяц. Потом снова уедешь? Поеду в Югославию в качестве гида. Зачем? Мы не сделали отличное предложение. Едет совет по культуре. И так как я хорошо знаю страну, почему бы и нет? Ну что, Дэвид, с возвращением? Спасибо. Ваше здоровье. Папа. Минус. Папа, а что насчет книги? Закончу до отъезда. Разговаривал с издателем. На следующей неделе все решится. Уезжаешь надолго? Пока не знаю. Наверное, останусь в Дубровнике после того, как все разъедутся. Иногда я ощущаю себя преступником. Ты обещал, что останешься дома после прибытия из Швейцарии. Я не помню, чтобы я обещал. Ты обещал, папа? Мне очень жаль. Не сомневаюсь. Слушай, давай не будем портить такой прекрасный вечер выяснениями отношений. Я привез вам подарки из Швейцарии. Спасибо. Карин? Мартин? Большое спасибо. Минус? Можно сейчас открыть? Конечно. Прошу прощения, я пойду возьму свой табак. Я даже их на палец не натяну. У меня тоже только мужские. Наверняка купил в Стокгольме. Он очень добр к нам. Большое спасибо, Дэвид. Спасибо за перчатки, папа. У нас тоже есть для тебя сюрприз, папа. Ты подожди здесь. Я схожу за подарком. Придется надеть повязку на глаза. Давай я надену. Но я ничего не вижу. Все нормально. Мы сейчас! Такое впечатление, что я слеп. Чья это идея? Моя, с Карин. Так, а теперь покрутись вокруг своей оси. Вот так. Я сейчас упаду. Так, осторожно, садись сюда. Это почти Шекспир. Сейчас сам все увидишь. Готовы? Наша пьеса называется «Призрак актера» или «Гробница иллюзий». Пьеса начинается.
Наступила ночь. Церковь Святой Терезы. Здесь я встречу свою будущую невесту. Здесь, у гробницы, где запах смерти так близок. Там кто-то есть. Может быть, она? Я спрячусь, чтобы не напугать ее. Кто ты? Я принцесса из Кастилии. Умерла в детстве, когда мне было 13 лет. Мой возлюбленный, с которым я играла в детстве, полюбил другую женщину. Принцесса, я люблю тебя. Но кто ты? Я не имею права разговаривать с незнакомцами, несмотря на то, что я мертва. Не бойся меня. Я хозяин своего маленького и бедного королевства. Я актер. Актер? Да, актер с чистыми побуждениями. Поэт без поэмы, художник без картины. Музыкант без музыки. Я пренебрегаю совершенным искусством, банальным результатом вульгарных усилий. Моя жена — моя работа, и я посвящаю свою любовь в тебя. Прекрасные, но в то же время ужасные слова. Умоляю вас, испытайте меня. Послушай, скоро я от тебя уйду. Когда часы пробьют два, ты зайдешь в гробницу и задуешь три свечи. В этот момент закроется дверь, и ты останешься со мной в потустороннем мире. Прекрасная жертва, принцесса. Но что такое жизнь для настоящего артиста? Таким образом, ты завершишь свое существование, и я награжу тебя любовью. Ты завершишь свою жизнь и покажешь скептикам, что такое настоящее искусство. Прощай, мой друг. Не подведи меня. Грядет момент завершающей безупречности. Я дрожу с предвкушением. Я вхожу в забвение. С этого момента только смерть, моя любовь. Я ухожу. Ничто меня не остановит. Я жду. Невероятно. Зачем я это делаю? Жертвую своей жизнью ради чего? Ради вечности, ради идеального искусства, ради любви. Может быть, я сошел с ума? Я жду. Но кто увидит мое жертвоприношение? Смерть. Кто разделит мою любовь? Призрак. А кто меня отблагодарит? Вечность. Я жду. Мои колени дрожат. Внутренние органы пылают от страха. Если я войду, обреку себя на вечное забвение и... Я больше не могу ждать. Ну что ж, такова жизнь. Я мог написать поэму о принцессе, написать картину или оперу, или сделать концовку более героической. Я вхожу в забвение, и только смерть разделит мою любовь. Неплохо. Петухи запели на рассвете. Мне пора идти спать. Это все. Отлично! Просто великолепно! Отлично, здорово! Спасибо вам, большое спасибо! Это все Минос придумал. Минос! Он был просто великолепен. Иди ко мне. Мне очень понравилось, спасибо. Все благодаря Миносу. Давайте заберем лампы, пойдем. Но я ведь забыл свой монолог. Все равно было здорово, отлично. Он был просто великолепен. Теперь давайте уберем со стола. Мы же не собираемся спать. Я собираюсь спать, а ты как хочешь. Ну еще так рано. Я бы уже давно легла спать. Тогда иди и спи. Значит, ты идешь спать? Да, конечно. Тогда я тоже скоро пойду. Не ври. Ты ляжешь спать, как обычно, поздно. Горячая вода на кухне. Смерть тебя ждет. Прекрати, хватит. Это не шутки. Шторма вроде не будет. Я же вам говорил. Спокойной ночи, папа. Спокойной ночи, Карен. Всем спокойной ночи.
Все хорошо? Все нормально. Пьеса папе понравилась. Не могла бы мне помочь? Пальцы черные от того, что копался в саду? Не бойся. У тебя такие нежные пальцы. А большой палец выглядит грубо. Ты грустишь? Не совсем. О чем ты думаешь? Иногда люди такие беззащитные. Я даже не знаю. Люди беззащитны, как дети во мраке. Неподалеку летают совы, смотрят на тебя желтыми глазами. Ты постоянно слышишь какие-то звуки, вздохи, шелест, треск сухих деревьев. Не волнуйся, мы вместе. Ты чем-то озабочен. Я уже не уверена. Вовсе я не озабочен. Ты постоянно говоришь, что там нет волков, что я не могу слышать никаких звуков. Это все лишь мое воображение. Ты должна поверить мне, Карин. Маленькая Кайса. Маленькая Кайса. Ты всегда так говоришь. Маленькая Кайса. Неужели я такая маленькая? Или эта болезнь превратила меня в дитя? По-твоему, я странная? По-твоему, я говорю тебе неправду? Не знаю. Ты думаешь, я тебя не люблю? Любишь. Разве этого недостаточно? Достаточно. Не надо, а то начнется кровотечение. Ничего страшного. Завтра я буду стирать вещи. Ложись спать, Карин. Папа воспринял пьесу Минаса как личное оскорбление. Не думаю. Ему было больно, но он старался этого не показывать. Правда? Минас тоже расстроился. Не выключай свет. Извини, что я расстроила тебя. Дитя мое. Извини. Возлюбленная. Дорогая девочка моя, я так тебя люблю. Ты не обидела меня. Ты так добра. Так добра ко мне. Ты тоже добрая, а я невыносимая. Спокойной ночи.
Она подошла к нему, задыхаясь и с чувством неизбежности. Ее щеки порозовели от ветра. О, Господи! Все нормально, дорогая.
они встретились на берегу моря. Привет, дорогая. Ты уже встала? Еще так рано? Привет, папа. Что-то случилось? Какие-то проблемы? Добавляю кое-что в книгу. Не самое лучшее время препровождения. Почитай мне. Позже, когда закончу. Почему ты не спишь? Меня пугают птицы своими голосами. Я проснулась, а потом так и не смогла заснуть. Я тебя отнесу. Прямо как в детстве. Спи еще очень рано. Они встретились на берегу моря. День был ясным, в воздухе пахло осенью. Папа! Папа! Тихо. Карен спит. Может, пойдем проверим сети? Сейчас приду. В прошлом году я ходил так же на руках, как и на ногах. Теперь я такой высокий, что потерял равновесие. Я тоже. Имеешь в виду духовное равновесие? Ты что-нибудь пишешь? Пьесы. Дашь почитать? Нет. Ничего личного, но они отвратительные. Много написал? 13 пьес и одну оперу этим летом. Великолепно. Чувства так и льются из меня. У тебя так же? Нет. Что скажешь насчет вчерашней пьесы? Неплохо! А мне кажется, чушь. Ее болезнь неизлечима. Возможно, лишь временное улучшение. Я давно это подозревал, и моя уверенность становится невыносимой.
Мое любопытство ужасает меня. Ужасает своей напористостью. Чтобы составить правильное описание ее постепенного внутреннего разрушения, нужно понять глубину ее мысли. Мартин, вставай. Сколько ты собираешься еще спать? Мартин, пора купаться. Вставай, Мартин. Который час? Уже почти 10. Неужели я так долго спал? Маленькая врушка, сейчас 5 часов. Ну и что? Я уже давно не сплю. А пока ты спал, я испытала странный опыт. Иди ко мне. Нет, вставай. Пойдем купаться. Отец с Минесом ставит сети. Иди ко мне. Ты слишком много спишь, поэтому ты такой всезнайка. В чем дело, малышка? Ни в чем. Что случилось? Я хочу тебе исповедаться. Говори. Когда отец вышел на улицу, я открыла все ящики его стола. Не знаю зачем, но я почувствовала, что должна это сделать. И что? Я нашла его дневник. И? Там кое-что было написано. Что? Насчет меня. И что он написал? Не скажу. Насчет твоей болезни? Правда, что она неизлечима? Карин, дорогая, послушай меня. Послушай. Посмотри на меня. Посмотри на меня. Я сказал Дэвиду, что существует угроза рецидива. И, возможно, он не так меня понял. Нельзя сказать, что твоя болезнь неизлечима. Честно? Все хорошо. Там было еще кое-что. Что? Не скажу. Скажи. Не могу. Карин. Сам его спроси. Карин, маленькая Карин. Мартин. Ты должен быть терпелив. Я уверена, что мое желание вернется ко мне. Ты так не считаешь? Конечно. Тебя это беспокоит? Пока нет. Слушай, я очень устала. Но я думаю, нам пора сходить искупаться. Там совсем не холодно. Мартин. Представь, что у тебя будет послушная жена, которая родит тебе детей, будет приносить тебе кофе в постель, она будет такой прекрасной и нежной. Разве это будет не здорово, Мартин? Ты моя женщина. Конечно, но все равно, представь. Мне больше никто не нужен. Даже тогда, когда она будет делать что-то не так, то, что тебе не будет нравиться?
Тот, кто любит и любим, всегда делает то, что нравится обоим возлюбленным. Но ведь я иногда делаю то, что тебе не нравится. Значит, ты меня не любишь. Эй, Доминик! Пока, Минос! Пока. Смотри, чтобы Минос не уснул, изучая латынь. Я проверю его грамматику. Пока. Пока. Не забудь привезти бренди и бутылку белого вина. Пока. Пока. Мы вернемся к ужину. Что смешного? Ничего? Скажи что-нибудь. На, смотри, если так тебе нравится. Где твоя любимая? Ладно тебе. Иди сюда и покажи. Это самое лучшее? Почему? Она красивая. Мне тоже нравится. Но разве она не толстовата? Зато у нее длинные волосы и... Она какая-то пустышка. А мне нравится. Ты меня ударишь? Прости меня, я виновата. Успокойся, Минос. Не волнуйся, все в порядке. Я поступила по-идиотски. Я не хотел тебя бить, просто я очень разозлился. Хочешь, я тебя проверю? Если хочешь. Давай. Ладно. Интересно, все люди так замкнуты? Что? Ты в себе, я в себе. Каждый замкнут в себе, как в клетке. Я вовсе не замкнута. Как всегда, я ошибся. Ладно, начнем. Что это значит? Это означает изменение грамматической конструкции и составляющей. А пример? Nobilitas, rem publicam. Десерюверант. Хочу спать. Я на ногах с 4:30 утра. Хочешь покурить? Если долго смотреть и при этом наклонить голову, то становится страшно. Страшно? Да. Но я об этом не хочу говорить ни с папой, ни с Мартином. Они меня не поймут. Особенно с Мартином. Он слишком за меня волнуется. Подумают, что моя болезнь прогрессирует. Они не поймут. Они думают, что я больна. Ты тоже так думаешь? Вовсе нет. Да. Я так и думала. У тебя сильный моральный стержень. Я всегда хотела с тобой об этом поговорить. Можешь довериться мне. Тяжело молчать, когда мысли так и крутятся у тебя в голове.
Не думаю, что они будут против, если я тебе расскажу. Они? Хватит задавать глупые вопросы. Либо я тебе говорю, либо нет. Сам выбирай. Мне интересно. Конечно, интересно. Пойдем. Я тебе кое-что покажу. Я просыпаюсь рано утром, потому что какой-то голос зовет меня. Я встаю и захожу в эту комнату. Однажды кто-то звал меня из-под обоев. Я заглянула в шкаф, но там никого не оказалось. Но голос продолжал меня звать. Тогда я прислонилась к стене, и она словно забрала меня внутрь. И я оказалась внутри нее. Думаешь, я все выдумываю? Я вхожу в большую комнату. Там светло и тихо. Люди ходят вверх-вниз. Кто-то заводит со мной разговор. Чтобы я могла понять, что происходит. Мне так хорошо, и я чувствую себя в безопасности. На лице одного человека как будто яркое свечение. Все ждут, пока я приду. Но никто не злится. Они говорят, что я тоже там буду, когда это случится. Почему ты плачешь? Просто так. Не волнуйся. Но иногда у меня появляется сильное желание. Я хочу, чтобы дверь открылась. И лица всех этих людей повернулись к нему. Но кто он? Никто не может сказать, кто он. Но я думаю, что это Господь, который хочет показать, что Он есть. И наверняка это Он войдет в эту комнату через дверь. Минус. Мне тяжело говорить об этом. О чем? Я равнодушна к Мартину. Он зовет меня, но я не могу ему помочь. Он что-то подозревает? Я не уверена. Я должна выбрать либо его, либо других людей. Дело в том, что я приношу в жертву Мартина. Это происходит по-настоящему? Не знаю. Не знаю. Я начинаю что-то осознавать. Но я не уверена, что это реальность. Я знаю, что больна. И эта болезнь становится для меня сном. Но это не сон. Все по-настоящему. Для меня эти люди не существуют. Карин, для меня они не существуют. Да. Господь спускается с горы. Идет через темный лес. Там, где обитают дикие животные, тишина и тьма.
Это по-настоящему. Я не сплю. И я говорю тебе правду. То я в одном мире, то сразу же в другом. Но я не могу это остановить. Пойдем купаться. Тогда я пойду один. Я хочу спать. Пожалуй, пойду вздремну. Закрой за собой дверь. Не делай этого. Проваливай. Уходи. Но что я могу поделать? Уже выучил латынь. Тогда продолжим. Но сначала выпьем чаю. Минос. Ты все расскажешь Мартину с отцом? Что тут рассказывать? Умный ответ. Но тебе меня не провести. Пойдешь к Мартину и скажешь. Мне нужно поговорить с тобой насчет Карен. А потом все ему расскажешь. А сама не хочешь рассказать? Обещай ничего не говорить. Обещаю. Кроме тебя меня никто не поймет. Одно слово, и ты предатель. Обещаю. Похоже, будет дождь. Думаешь? Что с тобой? Что? Ты всю дорогу молчишь. Давай не будем об этом. Расскажи. Ну, дело в Карен. В Карен. Она покопалась в твоем столе и нашла твой дневник. И, конечно же, все прочла. Нет. Что ты написал? Карен просила спросить. Я написал, что она неизлечимо больна. Мое любопытство ужасает меня, ужасает своей напористостью. Я виноват, и мне нет оправдания. Ты всегда хочешь идти до конца. Твое бессердечие поражает меня. Напористость — это так типично для тебя. Ты не понимаешь. Не понимаю. Но я понимаю одно. Ты охотишься за идеями для книги. Твоя родная дочь душевно больная. Отличная идея, мать твою. Я люблю ее. Любишь? В твоем сердце нет места эмоциям. Тебе недостает вежливости. Ты знаешь, как выразиться. Находишь всегда подходящие слова. Но в тебе нет главного. Ты не имеешь представления о том, что такое жизнь. Ты просто боишься узнать больше о жизни. Зато ты преуспел в оправданиях и извинениях. Что я должен сделать? Напиши книгу. Возможно, она поможет тебе познать жизнь и человеческие эмоции. И тогда тебе не придется жертвовать собственной дочерью. Не останавливайся, говори, что хотел сказать. В своих романах ты всегда заигрываешь с Господом. Но знаешь, твоя вера и сомнения вовсе не убедительны. Но ты очень изобретателен. Думаешь, я этого не знаю. Тогда почему не хочешь измениться? Сделай что-нибудь благородное. Например?
Ты хоть раз написал о роли правды в твоей жизни? Не знаю. Вот видишь, твоя полуложь так убедительна, что выглядит как правда. Я попробую. Может быть, попробуешь. Но никогда не напишешь. Знаю. Ты пуст изнутри. Но ты пытаешься заполнить свой сосуд угасшим пламенем Карин. Но тогда при чем тут Господь? От этого он становится более необъяснимым. Позволь, я спрошу? Конечно. Ты можешь контролировать свои потаенные мысли? К счастью, я не такой скрытный, как ты. Мой мир очень прост. Он ясен и человечен. И несмотря на это, ты желаешь смерти Карин? Конечно, нет. Только ты мог об этом подумать. Покажи, что никогда не думал об этом. Ты же прекрасно знаешь, что ее болезнь неизлечима. И ты знаешь, что твои страдания бессмысленны. Какая разница, мертва она или нет? Это абсурд. Все зависит от твоей точки зрения. Я люблю ее. Я беспомощен. Я могу лишь наблюдать за тем, как она превращается в бедное, беспомощное создание. Послушай меня. Когда я был в Швейцарии, я решил совершить самоубийство. Взял на прокат машину, нашел обрыв. Я был абсолютно спокоен. Было темно, на дороге не было ни души. Я был опустошен, ни страха, ни сожалений, ни ожиданий. Я подъехал к обрыву, нажал на газ, разогнался, но машина заглохла у самого края. Подкачала коробка передач, видимо. Передние колеса скользнули по гравию и зависли над обрывом. Я вылез из машины, весь дрожал. Пополз по дороге лицом вниз, затем сел на камень и попытался отдышаться несколько часов. Зачем ты мне это рассказываешь? Я хочу сказать, что думал, что у меня больше ничего не осталось, о чем можно было бы пожалеть. Правда не предотвратит катастрофу. Но Карин тут ни при чем. Я считаю наоборот. Не понимаю. В глубине моей души что-то зародилось, то, чему я не могу дать название. Любовь. Карин. И Минусу. И к тебе. Когда-нибудь я расскажу тебе об этом. Но сейчас я не стану этого делать. Вы моя единственная, повторяю, единственная надежда. Пожалуй, на сегодня не хватит. По-моему, будет дождь. Не будет. Будет. Дождь будет. Карин. 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 Карин.
Карин. Карин, это я. Карин. Карин. Это я, Карин. Карин! Ты что, не слышишь меня? Мне плохо. Пошли домой. Помоги мне. Чем мне тебе помочь? Ты должен мне помочь. Меня мучает жажда. Я принесу воды. Господи. Как дела? Быстрее! Который час?
По-моему, 5. Мне стало плохо, но сейчас мне уже лучше. Бедная Минос. Карен, дорогая. Я хочу поговорить с отцом наедине. Пойдем домой. Я хочу поговорить с отцом, пока у меня не начался приступ. Прошу тебя. Поеду на ферму и вызову скорую. Принеси мою сумку с лекарствами. Ей нужно сделать укол. Папа. Да. Я не хочу оставаться в больнице. Хватит с меня лечения. Если ты поговоришь с ними, они меня отпустят? Не знаю. Нельзя жить в двух мирах. Нужно выбирать. Я не могу так жить. Эти постоянные метания туда-сюда. Так не может больше продолжаться. Что? Ненависть. Ненависть? Я сделала это не по собственной воле. Мне приказал голос это сделать. Голос приказал тебе прочитать мой дневник и приказал тебе рассказать Мартину обо всем. И даже хуже того. Намного хуже. Я пыталась сопротивляться, но не смогла. Меня заставили это сделать. Когда это произошло? Сейчас. Бедная Минос. Я не понимаю! Успокойся, Карен. И это комната, в которой меня ждут люди. Люди, которые ждут, пока я открою дверь, чтобы через нее вошел Бог. Но затем появляются голоса. Я должна выполнять их приказы. Все так бессмысленно. Неужели все это из-за болезни? Папа, так больно видеть человека в замешательстве и осознавать это. Я хочу перед тобой извиниться. Я всегда чувствовал себя виноватым перед тобой. Меня тошнит от того, что всю свою жизнь я посвятил так называемому искусству. После смерти твоей матери писательская карьера для меня много значила. Я любил твою мать, но я был в смятении. Когда я заболела, ты уехал в Швейцарию. Я не мог вынести факта того, что ты унаследовала болезнь матери, поэтому я сбежал. Я должен был закончить книгу. И что из этого вышло? Понимаешь, Карин, если начертить магический круг вокруг человека и за кругом оставить все, что тебе не нужно, то все равно каждый раз жизнь будет разбивать твой круг и вторгаться в его пределы.
Но ты продолжаешь чертить еще круги, строить вокруг себя защиту. Это то, что я делал всю жизнь, Карен. Бедный папа. Бедный папа, который должен жить в реальном мире. Пойдем домой. Мне нужно собрать вещи. Когда придет скорая? Примерно через час. Я переоденусь и соберу вещи. Я сама справлюсь. Солнце такое яркое. Папа, ты должен помочь Минусу выучить латынь. Хорошо. Главное, не забыть ключи от дома. Разве ты не вернешься? Я останусь. Так будет лучше. Мы так и не сходили по грибы. Мартин, поможешь мне собрать вещи? Конечно. Минос! Я хочу с тобой поговорить, Минос. Иди сюда. Рубашки чистые, но не поглажены. Я так поеду. Рубашки есть в городе. Помоги мне закрыть чемодан. Туфли. Оставлю их здесь. Тогда лучше надень эти. Я отдам их в ремонт. Таблетки от головы есть? Я где-то здесь оставил чемодан. Он на кухне. Ладно, сейчас схожу. Не видел Карен? Нет. Да, я понимаю. Понимаю. Я все прекрасно понимаю. Я понимаю. Понимаю. Я все понимаю. Да, понимаю. 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 Я понимаю. Я понимаю.
Знаю, что осталось недолго. Я очень этому рада. Наше ожидание было в радость. Я рада. Мартин, тихо. Они говорят, что он сейчас придет. Нам нужно подготовиться. Карин, мы едем в город. Ты разве не понимаешь, что я не могу сейчас ехать? Ты ошибаешься. Здесь ничего нет. Карин? Карин, нам пора идти. Пойдем. Он сейчас придет. Я никуда не могу ехать. Карин, это выдумки. Если не можешь помолчать, то лучше уходи. Пойдем, Карин. Уходи. Я хочу пережить это состояние одна. Мартин, прости, что я была так груба с тобой. Но ты не мог бы встать на колени рядом со мной. Ты так демонстративно сидишь на этом стуле. Я знаю, что ты не веришь мне, но сделай это ради меня, Мартин. Прошу тебя. Пожалуйста. Карин, любовь моя, любовь моя, любовь моя. Успокойся. Спокойно. Карин, прошу тебя, успокойся. Карин, я прошу тебя. Дэвид. Успокойся, Карин. Держи ее ноги. Успокойся, Карин. Я испугалась. Дверь открылась. Но Бог оказался пауком. Он подошел, и я увидела его лицо.
Это было ужасное каменное лицо. Он пытался проникнуть в меня, но я сопротивлялась изо всех сил. Но я увидела его глаза. Они были спокойны и холодны. Он не смог проникнуть в меня. Он хотел войти через грудь или через лицо и отбросил меня к стене. Я видела Бога. Подождите, они скоро выйдут. Они ждут вас на улице. Мне страшно, папа. Когда мы сидели с Карен в лодке, я чувствовал, что реальность уходит у меня из-под ног. Понимаешь? Понимаю. Реальность уходила из-под моих ног, как будто во сне. Произойти может все, что угодно. Все, что угодно.
Все, что угодно. Я знаю. Я не могу жить в этом новом мире. Можешь, но ты должен жить с Богом. Я должен жить с Богом. Жить с Ним. Но я вижу, как тебе тяжело, папа. Тяжело. Но ты должен меня выслушать очень внимательно. Да, я выслушаю тебя. Я могу подарить тебе кусочек моей надежды. Ты должен понять, что любовь существует в нашем мире. Особенная любовь? Разная любовь, Минос. Высшая и низшая. Самая губительная и самая совершенная. Разная. А страстная любовь? Страстная и безответная. Сомнение и вера. Любовь – это и есть доказательство. Не знаю, является ли любовь доказательством существования Бога, или любовь – это и есть Бог. Для тебя любовь и Бог – это одно и то же? Я часто думал об этом, Минос. Расскажи мне, папа. Неожиданно пустота превращается в изобилие, а безнадега в жизнь. Как будто какие-то высшие силы наполняют тебя, Минос. Папа, если все то, что ты говоришь, правда, это значит, что Карин окружена Божьей заботой, потому что мы ее любим. Это поможет ей, да? Думаю, да. Папа, можно я пойду погуляю? Иди. Я приготовлю ужин. Увидимся через час. Отец поговорил со мной.